распаковка ламелей с фотопечатью тканевых для вертикальных жалюзи от видеоинтернет-магазина «Желюзник», сайт «Желюзник.ру». Друзья, подразумевается, что у вас уже есть вот такой карниз. Ну, однако вы можете приобрести карниз, опять же, в нашем интернет-магазине отдельно, либо купить все изделие вместе с карнизом полностью с фотопечатью. Мы сейчас будем разговаривать, если вам нужны отдельно ламели. К примеру, это может потребоваться, если вы производите замену своих старых, вышедших из строя, либо потерявших презентабельный внешний вид ламелей. И основная цель этого видео – это акцентировать ваше внимание на двух моментах. Первое. Аккуратнее распаковывайте изделие, чтобы не повредить то, что находится внутри. И второе, очень важно, тщательно проверяйте упаковку на наличие каких-то маленьких пакетиков с комплектующими, с болтиками, кронштейнами, шурупчиками и так далее, чтобы ничего не потерять. Только после этого выкидывайте упаковку. Прям разорвите ее, распакуйте, потому что пакетик может быть на скотче где-то с внутренней стороны прилипнуть. Вы упаковку выкинете, а потом у нас будет недоразумение. Ну и местами я буду ускоряться и также выдавать вам какую-то информацию. Теперь давайте посмотрим, в каком конкретно виде к вам придут ламели с фотопечатью для вертикальных жалюзи, как они будут упакованы. Вот это у нас посылка прям только что из цеха. Сейчас мы посмотрим, что внутри. Давайте оператора попросим подойти. Так, что мы здесь видим? Нижние отвесы, как доп. Опция. Если они вам нужны, можете заказать, можете не заказывать. Пакетик с комплектующими, цепочки, кронштейны для грувера. Собственно, сами ламели с фотопечатью. И грувер тоже с фотопечатью, тоже опция. Если он вам нужен, заказывайте. Давайте выложим все это дело на стол. Посмотрим еще раз на упаковку. Проверили. Выкинули. Ну и собственно все, друзья. Распаковку ламелей мы сделали. Сейчас мы их смонтируем. И если вы уже смотрели предыдущие ролики, вы все собственно это уже видели. Спасибо.